С 14 мая в Пинске закрыли движение транспорта по улице Рокоссовского. Здесь активно идет замена труб канализационного коллектора. По срокам в пятницу, 4 июня, работы должны быть завершены. Проезд для автотранспорта будет открыт. Однако в июне будут закрыты для движения другие улицы. Будет перекрыто движение на перекрестке Юная, Студенческая, Карасева, где будут производиться работы по замене коллектора. Продолжительность закрытия перекрестка ориентировочно 2 месяца. Продолжительность строительства обусловлена тем, что глубокое залегание коллектора, грунтовые воды и стесненность производства работ. С июля водителям придется ездить в объезд улицы Звездной. Она также будет перекрыта ориентировочно на 4 месяца. Строительно-монтажные работы будут проводить участками по 100 метров, поэтапно двигаясь к улице Первомайской. На сегодня здесь идут работы по устройству прокола под проезжей частью улицы. И потом, когда будет готов прокол, мы переходим и земляные работы проходят вдоль улицы Первомайская, в сторону улицы Федотова. Там будет происходить вырубка деревьев и кустарников, и будет нарушено благоустройство в районе ППТО Полесье. Нарушенное благоустройство восстановят. Окончательная точка подключения канализационного коллектора находится на улице Федотова. Ее также перекроют в ноябре этого года. Окончание строительства, строительно-монтажных работ планируется, и согласно этого нормативного срока, в ноябре месяце текущего года. Далее, по контракту, заключенному по правилам Международного банка реконструкции и развития, предусмотрено 2 месяца на пуск наладочные работы. И тогда уже будет осуществлен ввод объекта окончательный.